Будущий педагог Артем сегодня на станцию переливания крови пришел впервые. Накануне Дня донора он решил пополнить ряды тех, кто делится частичкой себя во благо других на безвозмездной основе. Я сегодня пришел вообще первый раз. Ну, день такое, 10 число, пожертвование, безвозмездное донорство, так скажем так. Ну, вот, возможно, даже ради этого я пришел. Ну, вдруг помочь кому-то. У Артема первая группа крови. Она одна из самых распространенных. Но есть доноры на вес золота. В списке тех, у кого четвертая отрицательная, всего 9 человек. Мозырская станция заготавливает более 6 тысяч литров крови в год. Потребители – 9 районов. Отделение хранения и распределения работает круглосуточно, без выходных и праздников. Вдруг потребуется экстренная помощь, а некоторые компоненты хранятся не более суток. Сейчас холодильник полон, температура хранения компонентов крови чуть более нуля. Плазма хранится при минус 40. Кстати, плазму сдают только опытные доноры, среди них и сотрудники станции. Первыми донорами являются доноры нашей станции, сотрудники. Во всех экстренных случаях, какие они происходят у нас в городе, они первыми идут на донации со своих рабочих мест, приезжают из дома, где бы они ни находились. И, конечно, я своим коллегам хочу выразить за это слова благодарности. Будущих медицинских работников тоже ориентируют на донорство. День донора – повод прийти впервые. Так как я учусь в Мозырском медицинском колледже, как никто другой, понимаю необходимость сдачи крови. Своим долгом я считаю помочь людям, и сдача крови – это отличное решение для помощи нуждающимся. Студенты и пенсионеры, медики, милиционеры и спасатели, рабочие и учителя. Среди доноров – представители всех профессий. Кстати, самому старшему – 60 лет. Это возрастной максимум. Это люди различных категорий. Вот, например, сегодня пришли студенты, а так и рабочие, и ну, те же самые врачи, учителя. Так что это любые люди, которые готовы поделиться своим здоровьем. Чаще всего сдают кровь женщины. И, ну, как бы они, наверное, больше понимают эту ценность жизни, здоровья. Юлия второй год подряд приходит сюда, чтобы сдать кровь. Безвозмездно накануне Дня донора. Ну, я считаю, что это очень важно. Я сдаю уже второй, наверное, год примерно. Ну, а сегодня я увидела просто, что у нас акция проходила. Поэтому решила прийти. Нынешнюю акцию по безвозмездной сдаче крови поддержали 30 человек. Кстати, здесь круглый год рады видеть тех, кто готов пожертвовать частью себя из простого желания помочь. Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».